Формирование направления средств стимулирования управы района Северно-Измайлово города Москвы на проведение... Мы считаем необходимо сделать учетом там жалоб жителей первично, и мы их не оставляли, не выносили как предложение на активный гражданин по адресам. Да, там. И часть адресов мы вынесли на активный гражданин. Здесь логика в чем? Потому что, может быть, значит, мы, это я говорю мы, там депутаты, и мы, там, допустим, представители управы, собрав предложение, не учли, может быть, по каким-то адресам мнение жителей. И у жителей есть право проголосовать, на самом деле, за те адреса дополнительные, может быть, которые они хотят выбрать. А активный гражданин – это площадка, на которой они могут это сделать. И я согласен, что могут быть, значит, какие-то нюансы и специфики, с учетом того, что маленький двор, он, с учетом того, что количество небольшое жителей, да, в отличие от большого двора, двора может выиграть, но для этого есть вторая половина, и мы можем включить этот двор, значит, либо за счет экономии, которая будет у нас по результатам голосования, либо до этого, ну, сейчас в данный момент спланировать на следующий год, потому что сразу все площадки привести в порядок у нас, к сожалению, с учетом финансирования не получается. Хотя тут тоже момент какой. Мы выносили предложение по одной из площадок, чтобы дополнительно сделать новую площадку, но, наверное, правильно было бы все равно сделать площадки, все привести в порядок, которые существуют, прежде чем давать какие-то новые адреса, потому что мы начали вот из этого постоянного благоустройства площадок, детских площадок, мы вылезем и будем их ремонтировать с учетом резинового покрытия. Я к чему говорю? Потому что активный гражданин – это активный гражданин, и там жители сами без нашего участия на этой площадке имеют право проголосовать, да, как они считают нужным. А вторая половина – это как раз-таки, вот уже больше, наверное, наша обязанность, я имею в виду право, и депутатов посмотреть, предложить адреса для...